Замечали, что мы стали жить в таком мире, где самая лучшая моральная поддержка часто бывает от тех людей, которые хотят тебя искренне трахнуть? Не, ну серьезно. Чё, реально, что ли? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Знаете, как это называется? О, мое ЧСВ, ты так взлетела высоко, но я хочу, чтобы оно взлетело еще больше. И даже тех людей, которые пытаются как-то морально поддержать, она всегда расценивает как какой-то объект сексуального влечения, да, даже и в ее сторону пускай. И я здесь глубоко уверен, что тот мужчина, ну, я надеюсь, что имеет мужчину в виду, да, те мужчины, которые хотели морально ее поддержать, да, она сама дала им какой-то повод, да, там как-то там помимикричничала, да, там еще как-то пококетничала, да, и это все потом получилось. Ребят, если человек, допустим, я, если, даже пускай это будет женщина, я хочу ее морально поддержать, там, в принципе, физический план будет на последнем месте, потому что, ну, если человеку плохо, там, да, у него депрессия, какое-то горе случилось, там, какие-то неприятности, я что, допустим, буду ее морально поддерживать, а в это же время у меня будет болт стоять, что ли? Что это за бред, ребята? Вот, возможно, потом, после того, как уже это все наладится, все нормально, там, да, вот у нас мы с ней начнем нормально общаться, у нее пройдет кризис вот этот весь, там, какой-то, который был, возможно, потом что-то и случится. Но вот именно в момент поддержки, ну что это за бред, а? Пишите, как вы думаете.